Первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы от Самарской области, являющийся первым заместителем председателя комитета парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, стал почетным профессором Ульяновского государственного университета. Церемония посвящения прошла на заседании ученого совета вуза. Доктор технических наук, лауреат государственной и правительственных премий Владимир Гутенев стал 33-м почетным профессором УГУ. Среди тех, кто уже удостаивался подобного звания, поэт Евгений Евтушенко, музыкант Мстислав Ростропович, физик Жорес Алферов, художник Никос Сафронов. По словам Владимира Гутенева, для него большая честь стать почетным профессором этого самобытного вуза. Хоть он и самый молодой в Ульяновске, однако традиции Московского государственного университета имени Ломоносова, которые заложены в УГУ за годы совместной работы, во многом определили его высокий образовательный стандарт и научный потенциал. Это позволило за короткий срок занять значимые позиции в образовательном и научном пространстве региона. Основная наша ценность – это не лабораторное оборудование и не свежеотремонтированные аудитории, а тот дух и те традиции, которые в университете и присутствуют, и культивируются. Ну и кроме того, очень важно, что вовремя была прочувствована необходимость тесной связи с реальным сектором производства.